Ранцы, краски, фломастеры. Ни для кого не секрет, чтобы собрать ребенка в школу, необходимо целое состояние. Для некоторых родителей это становится настоящей проблемой. Курганские общественники накануне Дня знаний решили провести акцию помощи многодетным и неполным семьям «Творим добро вместе». Нам бы, конечно, еще хотелось обратиться к жителям города Кургана, чтобы они не оставались равнодушными и проявили больше внимания и заботу к тем, кому это необходимо. Очень большая активность именно со стороны молодых людей и мужчин. Мы это объяснить не можем, почему так случилось, но как-то вот женщины не проявляют активность. Молодой человек нам принес два новых портфеля и два больших пакета с принадлежностями, в которых ручки, карандаши, пеналы, фломастеры, краски. Пенсионер Виктор Киселев рассказывает, случайно прочитав бегущую строку о благотворительной акции, сразу вспомнил. В гараже давно лежат несколько коробок с ранцами. Всей семьей собрали средства и на другие подарки. И вот более 70 портфелей уже дожидаются своих хозяев. Я представляю, значит, малоимущим многодетным семьям, особенно безработным, трудоспособным населению курганцам, на пособие по безработице, одеть и обуть и направить в школу детей – это очень нелегкое дело. И правильно, акция идет, помогать надо этим людям. Неравнодушные жители Кургана до сих пор несут канцелярские принадлежности в подарок детям. В связи с этим акцию решили продлить. Детские портфели будут наполняться и в течение учебного года. Юлия Васильева, Андрей Глазырин, телекомпания «Регион 45».